трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Организовать аукционы по продаже красивых номеров, разрешить дилерам самостоятельно регистрировать новые автомобили, способствовать внедрению электронного ПТС. Все это задачи, которые ставит перед собой и перед подчиненными новый руководитель ГИБДД Михаил Черников. Всего он обозначил 12 целей. Среди них также активная борьба с пьяными водителями и коррупцией в автоинспекции, повышение безопасности пешеходов и обновление формы дорожных полицейских. Трасса 101. Госдума рассмотрит поправки, повышающие с 10 до 30 тысяч рублей сумму долга, при которой гражданин становится невыездным. Это коснется всех неплательщиков, в том числе штрафов ГИБДД, за исключением алименщиков. По мнению авторов инициативы, накопить 10 тысяч долга сейчас легко, и это не слишком весомый аргумент для того, чтобы запретить человеку отправиться за рубеж. Трасса 101. Nissan приняла решение возобновить поставки в нашу страну кроссовера Juke. Они прекратились в 2016 году из-за кризиса. Ожидается, что модель появится в продаже до августа. Минимальная стоимость – 1 миллион 99 тысяч рублей. Максимальная – 1 миллион 280 тысяч. В этой комплектации в машине имеется система кругового обзора, кожаный салон, ксеноновые фары, мониторинг слепых зон и климат-контроль. Двигатель бензиновый, объемом 1,6, мощностью 117 лошадиных сил. Коробка механическая. Либо вариатор. Трасса 101. Электромобилей в нашей стране насчитывается не более тысячи, а столичные депутаты уже задумались о создании масштабной сети зарядных станций для них. Одна из идей парламентариев – обязать владельцев торговых центров оборудовать такие пункты на своей территории. Услуга эта владельцам электрокаров будет предоставляться платно, а выручка ТЦ от нее якобы может составить до 10 миллионов рублей в год. Концерн «Калашников» неожиданно заявил о своем желании наладить выпуск мотоциклов для вооруженных сил России. По некоторым данным, речь идет о байках марки «Иш», производство которых для гражданских целей было прекращено почти 10 лет назад. Завод тогда законсервировали. Предполагается, что первый армейский «Иш» будет представлен уже через полтора месяца. Кстати, может быть, в Вятских Полянах снова начнут делать боковые прицепы для такой техники. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.